Областная столица сегодня принимала участников окружного антикоррупционного форума. Масштабное мероприятие проходит по инициативе Общероссийского народного фронта. С 2013 года его активисты занимаются подробным мониторингом системы госзакупок, где общественные контролеры констатировали завышение цен и отсутствие честной конкуренции в нашем следующем материале. Каждый 15-й бюджетный рубль в России расходуется неэффективно. Таковы последние данные счетной палаты. Ежегодно казна несет многомиллиардные убытки, и дабы сократить потери, государству и впрямь была одна дорога – открывать фронт – общероссийский и народный. Окружной антикоррупционный форум в Самаре – прежде всего отчет активистов ОНФ о своей деятельности. 5,5 миллионов закупок было проведено вот за полтора года. И той же счетной палате, ну, невозможно отследить все эти закупки. А наши коллеги, активисты, на безвозмездной основе помогают и счетной палате, и Федеральной антимонопольной службе, и самим заказчикам такие проблемы выявить, их устранить и постараться больше не допускать. Не допускать – это прежде всего о так называемых закупках роскоши для чиновников, корпоративах, чартерах, иномарках класса люкс. ОНФ выявил более 500 сомнительных сделок, общая сумма проверенных расходов – 170 миллиардов рублей. Активно мониторится рынок госзакупок и в Самарской области. В этом году было отменено 5 тендеров. Впрочем, в основном работают на упреждение коррупции. У нас есть такие случаи, когда ни на сайт не выходила информация, ни куда-то еще. Мы в конструктивном диалоге, по телефонному звонку, по какой-то электронной переписке добивались того, что заказчик более тщательно отсматривал свой заказ и либо снимал его, либо вносил коррективы. Внести свою лепту в борьбу с расточительством может каждый, причем даже не выходя из дома, в интернете. У нас есть специальная кнопка, она, собственно, самая первая, да, здесь. Вот я курсором покажу ее, добавить нарушение. Если активист или вот инициативный гражданин увидел на сайте закупки Gov.ru закупку, которую он считает неправомерной, сомнительной, то он может добавить, собственно, эту закупку к нам на сайт. Он должен будет вставить номер закупки и написать свой комментарий. Почему эта закупка, например, расточительна, роскошна, сомнительна и так далее. Каждое сообщение будет обязательно проверено экспертами, которые помогут составить официальное обращение в надзорные органы. Готовит Народный фронт и законодательные инициативы в Госдуму. К примеру, социальные объекты, детсады, школы и больницы предлагается строить по типовым проектам, дабы сэкономить бюджетные средства. Евгений Долгих, Дмитрий Алатырцев. Новости губернии.